Ах, как же хорошо в Майн... Что это? Что? Роблокс? Я же в Майнкрафт собирался играть. Ладно, 11 тысяч, собираем. Сегодня мы будем играть здесь. Гольф-карт. Мы тут делаем вообще? Мы я что, помню. Аэропорт собираемся строить? Интересно, конечно. Кривой лопохустый гусь. Так, 5000. Вот, еще. Покупаем. Боже мой! Что-то непонятное. Походу, это аэропорт. Опять. Нет. Блин, ну, это я уже аэропорт... Аэропорт? Нет. Это мы строим отель. Это штука, где принимают все, а потом тебе дают. Здесь гольф-карт. Поэтому понятно. У вас коврик есть? Гуд. Это то, зачем я пришел. Так. Я поехал. Врезаемся в окно. Да блин, я бессмертен. Так, залетаем на гольф-карте. Блин, я врезался. На гольф-карте приезжаем мы. Вот почему я боюсь ехать на машинах. Я просто уже сломал полностью свой отель. 4000. Так, давайте уже в другую сторону. Поедем, потому что этот симулятор на самом деле он зайдет примерно на 100 серий. Вау, у нас еще появились. Блин. Ладно, без гольфкара. Гольфкар застрял. Ах, они хотят, чтобы я катался. Ой, поехал. Куда не врежешься? Бум! Я врежусь. Ладно, иди тогда нахер. Так. Хочешь 4000? Я тебе дам. Что у меня там на парковке пока? Я же построил здесь парковку. Так, парковка стоит у нас всего лишь-то 850. Строим. Так. Здесь какие-то фонари. Все? Я застроил полностью эту сторону? Ах, нет. Ну, здесь всего лишь-то тоже 700, вообще 50. А дальше уже... Карт. Что это? Что это такое? О, здесь я коплю деньжат. Не прошло и 5 секунд, как я накопил. Я какой-то магазин, блин, строю. Это просто купить штучку. Нахрена это мне? А, так это склад. Так у нас теперь есть... Лестница. Нас... Теперь я буду легко копить и здесь все покупать. Здесь ладно, пока 1000 монеток набрал, здесь 15. Вроде купить ничего нельзя. Давайте купим вот это вот еще одного пассажириста, который будет. Это нам точно надо. Все, покупаем. А, мы деньги все потратили. Ну ладно, мы еще купим. Сейчас мы будем копить 3500, а потом уже 7000. Вау, у нас уже 1000. Так. Сейчас мне надо накопить 10500. Мне так я куплю вот эти две штуки. Сейчас у меня 3800 покупаю вот эту штуку. Теперь будут в тренинге делать эти игрушечных рыбок.
Опа, тут 2500 так, что-то. Так круто. Давайте, давайте накопим 2500. Так весело. Ну, а пока, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну, если вы боитесь эту морду. Блин, какая она струнная. На канал, на мой обязательно тоже. Я очень стараюсь делать для вас ролики. Так, все, все, покупаю еще одну штуку. Это какая-то дорога. Боже мой, 8000 там что-то стоит. Я думаю, что там... Откуда у меня-то такие деньги-то возьмутся? Давай, 1000. Все, накопил 1000. И теперь, я думаю, вот там что-то хотел купить. Ну, ладно. Так, вот 3000 это стоит. А это стоит 800. О, как залагало. Ой, как лагает. Хлер. Здесь просто какая-то лукающая штука. Вот нафига мы производим рыбу? Я спрашиваю. Здесь даже ее не едят. А, ну у меня аж сейчас столовки-то и нету. Ой. Давайте купим. Купим вот это. Я думал, здесь за деньги. Я тут за робуксы. Откуда я робуксы там на хамусу? Так, у меня 3000 есть. Теперь я куплю ту штуку. Там за 3000. Это симулятор, кстати, четверкрипер очень долгий. Реально, я уже две коробки поставил. Я не понимаю, зачем они мне. Они... 50 000! У нас пока отель состоит из одного здания, которое просто нужно, чтобы пост чемодан украли. Вот там что-то вижу. Кстати, четверкрипер, посмотри анимацию смерти. Ладно. Ты ржешь как лошадь. Окей, так. Я целый остров построил, так? Я тоже целый остров построил. И это же... И мне написал разработчик, ты лох. Ты даже 1% не сделал. Вот так вот. Так. Показываю... Сейчас я куплю штуку за 4000. Купим, это у нас... Это у нас... надо посвятить эти коробки. А нафига мне эти коробки-то? Не пугайся. Здесь 950, получается 2000 надо накопить. Так, идем на второй этаж и покупаем. 5000. Так, давайте купим все-таки гольф-машину. Так. 50, для, до 50 000 мне надо еще копить и копить. А сейчас я куплю вот эту штуку за 950. О, так это нам нужно. О, боже мой. Это куплю. Так, эту рыбку какую-то куплю. Это куплю. Надо на это. Я тут пока купить ничего не могу, но здесь там 10000. Мне на рейсе появилось 60000! Так, я что-то неприятно купил. Чедр крипер, стратегический курорт. А здесь можно в настройках поменять? Я не знаю. Интерфейс. Так, ну ладно, давайте я внеси, сейчас я быстренько подкоплю 5к. Опа, вот это вот я куплю пока что. Ну, пока я думаю, у меня хороший отельчик или пельмешечек. Так, вот это будет... Вот сейчас я пойду. Все, сейчас я куплю там 2000, что-то стоит. У меня как раз 6000 накопилось.
Покупаем за 2000. И что купил? Я хрен знаю. Так, за 3000. Почему ты так часто ругаешься? Не ругаюсь я. Это слова в литературе русской. А я же русский человек. Так, 2800, это 2100, это я куплю. 5 миллионов! Что за... Вот, ты такой покупка, представь, читроклипель. Я купил вот эту штуку за 2000. 5 миллионов! Откуда на такие деньги возьмутся? Так все, я накопил 5к. Собираем. Ребята, я не понимаю, что за 5 миллионов. Откуда у меня 5 миллионов-то возьмется? Вот так из кармашка вам достал рыбку такую с 5 миллионов. Ладно. 3500. И это бочки! Логичность этой игры зашкаливает. Погнали, бочки! 3500 стоят! Широкрепер, ты бы купил бочки у меня за 3000, за 3500 долларов? Какие бочки? Смотри. Вот эти вот бочки я купил за 3500. Для тебя это же просто пш. Нет. У меня еле как деньги зарабатываются. 40 тысяч денег в секунду. 40 лагов в секунду. 40 рублей в секунду. Я купил еще одну штуку. И давайте я сейчас соберу еще денег. Мне надо подкопить. И мы выдвинемся вон на тот какой-то остров дальний. Купаю это. Кабань. Так, там 10 тысяч, а там 60 тысяч. От этого мне еще далеко. Пойду открою дверь. Тут у меня... 1600 куплю за 1600 лампу. Я думаю, ни один мой подписчик не рискнул бы прыгнуть в воду. И погнали тогда на моем спорткаре, как вы видите. Это гольф. Я в этой машине. Я просто прыгаю на 1 километр. Вот эта машина быстрая, конечно. 5000. Купил. Так, за 5000 я не буду там покупать ланшутку. Давай за 7000 куплю. Вау! Это какой-то апгрейд будет. Так. Вот за 7000. Нашел. Ребята, я снимаю каждый день. Вот у меня уже 200 роликов. Представляете? И за эти деньги, и за большие, я построил парковку. Я просто гений. Я эту парковку за такие деньги, да, тоже покупал. Я погнал опять обратно туда. Опа, у меня уже 7 тысяч накопилось. Я покупаю эту штуку, и теперь у меня будет золотая морковка, золотая рыбка. И мне за раз дают буквально... за секунду мне дают 220 сразу же. Неплохой апгрейд. Согласен с вами. А сейчас буду копить на студию! 8500! Студия стоит. Да я тут не накоплю, у меня же деньги и бесконечные. Я пока поплаву. Хорошо, что я не умею плавать. Сейчас. Буй! А еще я по... Умри, давай, персонаж, умри. Все, я утонул. Я сальтуху сделал и так вот, как повис в воде. Гений. Белый. Литература. Так. Я побежал обратно. И сейчас, когда я добегу туда, уже накопятся мои денежки. Гольф, как всегда, застрял в траве.
придется ногами идти. Буквально, я думаю, сейчас я куплю студию и закончу ролик. Мы купим все, что мы можем на том острове. Тот остров вообще. Тот остров очень дорогой. Там очень много чего за 2000. Я пока этот остров прокачиваю. Так, тут. Я не знаю, какой. Я застрял в иллюминации. Покупаю за 8500. И тут 10 тысяч. А, это коробки теперь. Шикарно. Зачем мне коробки? Давайте накупим таким способом. Давайте купим за 10 тысяч. Потом что там за 12 или 13 или за 14 тысяч. Ну, короче, вот пройдем обыкновение коробок и дальше закончу ролик. В принципе. Я же не знаю, что там будет обыграть. Так, я же не знаю, что там будут коробки. Коробки очень важны. Потому что в коробках как есть коробки, а в коробке коробки, а в коробке коробка, а в коробке коробка, а в коробке коробка, а в коробке пиксель. Я ушла в долю. Конечно, пиксель. 100к? Да я 100к даже не на... Ну да, я 100к накопил, и если я покупал паузу за 100к, так 10 тысяч набрал, покупаю это, теперь две коробки мне летят, и сейчас будет фастер лак за 17 500. Я сейчас куплю вот эти вот коробки. И закончу ролик. Я просто в шоке. Здесь они тухлую рыбу кладут. Да? Не тухлую рыбу тут кладут. У меня уже коробки. Так, что тут? 5000. Они вообще куда их? Она просто здесь вылет, застреет и все. Все так, они такие гениальные. 4 клетки. Привет, сыграю. Мне надо еще 200 быстрее до воды. Работайте. У нас еще один чел, который ставит тухлую рыбу. Всем привет, с вами Гусарник, со мной аниме. И что, песик. Я думаю, я закончу на этом запись. Всем покедова, что ли? Ладно, давайте сейчас накопим 10 тысяч. И 7 тысяч я за кадром накоплю. С вами был Айки Гусарник. Тухлая рыба, гусь, тухлая рыба и гусь. Всем пока. Блин, я такой тупой.